В рамках президентского проекта «Социальная газификация» сегодня в Одинцовском округе ведутся работы в нескольких населенных пунктах. Один из них – поселок городского типа Большие Веземы. Дегазификация здесь будет идти в три этапа. Сейчас идет первый этап – газификация улицы Институт, сообщил директор филиала «Запад» Мособлгаза Илья Афанасьев. На втором этапе перейдем на 5 других улиц общей протяженностью 2 километра. Третий этап – прокладка газопровода к жилым домам, расположенным вдоль Можайского шоссе. Общая протяженность распределительного газопровода, который предстоит провести в Больших Веземах, составит 4000 метров. В настоящий момент уложено около 200 метров магистрали. С местными жителями заключено 62 договора о газификации.